Вы видели, Платина на концерте СОБР забрал? Чё, блядь? А где это посмотреть? Блядь, долбоёбы, вы чё, чё говорите, блядь? Что произошло? Ну, я думаю, что, скорее всего, что-то там с возрастным ограничением на концертах Платины и с тем, что он исполняет. Потому что в нашей стране стали за этим сейчас очень жестко смотреть. Могу как концертный организатор вам об этом сказать. Блять, грустно, грустно, грустно. Фри Платина, чуваки, фри Платина. Как вы считаете, друзья, вот связано ли то, что сейчас Платину забрал СОБР, с тем, что он кинул залупу на ВКонтакте? Учитывая, что ВКонтакте работают не последние люди, блядь. Они нет-нет тоже подвязки имеют. Ну это реально пиздец. Понятно, что Платину при желании, блядь, всегда можно было, типа, притянуть за какую-нибудь хуйню. Пропаганда наркотиков, пропаганда, блядь, типа, любой хуйни, возрастные ограничения на концертах, все что угодно, блядь. Но это наши домыслы, во-первых, надо ждать официальной информации. Во-вторых, блядь, хз. Либо ВК, либо Мизулин с наркотой. Осуждаю, не одобряю. Блядь, ну, Фри Платина, реально, я ничего не могу сказать. Припугивают, чтобы сговорчивее был. Я думаю, что, блядь, когда Роберт кинул залупу на ВК, он просто лишний раз подсветил себя в глазах власть имущих людей. Ну, грустно, грустно. Если это реально как-то замешано с компанией ВКонтакте, это будет полный пиздец. Сейчас Мизулина по-любому что-то скажет. Ну, ребят, в России живем. Нужно все равно иметь в виду, типа, блядь, что происходит в стране, к сожалению.